16 сентября, 16 часов вечера, был заключен мирный договор между представителями Кыргызстана и Таджикистана о том, что ни одна сторона не будет открывать огонь. Народ занимался своими делами, дети были в школе, рабочие работали, а пожилые люди ходили в мечеть. И вдруг, внезапно, без всякого предупреждения, начинает атаковать беспилотный летательный аппарат «Байрактар» Кыргызской Республики для бомбардировки территории Республики Таджикистан. Удар беспилотника был нанесен по зданию школы и мечети, после чего были убиты несколько детей, женщин, пожилых людей. Этот удар был нанесен по мирным жителям, по святыне и святых, по мечети. Но почему-то в итоге кыргызская власть говорит о том, что нарушает договор Таджикистан. Теперь скажите, кто сторонник войны? Кто начал войну? Фотография от НАСА. Американского космического агентства доказывает, что пожар в Лахском районе начался сначала с кыргызской стороны. По информации НАСА, 18 сентября 2022 года в 12:35 зарегистрированы пожары сначала на территории Таджикистана, а затем в 13:09 на территории Кыргызстана. Ответный огонь.